Итак, всем здорово. Сегодня у нас распаковка. Такая вот чудная ночная. Сразу будем ставить иномод. Вот, что у нас в комплекте есть всего чудного. Само приспособление. Держалка к ней. А, так, что-то там распаковываем. Это мы вот втроем. Один человек у нас светит, один человек распаковывает, я снимаю. Вот, это у нас фиксаторы, чтобы она не крутилась к этой чудной хрени. Две такие, пластмасса, резина, нет, пластмасса. И наклейки. Эти наклейки, чтобы она не ездила в комплекте. Резина, наверное, или что? Ну да, о, блин, липкая очень. Ездить по ней точно не будет. Вот вырезанные. Это у нас вот сюда они будут клеиться и по краям. А также у нас два болта в комплекте. Вот такие. И под них должна быть у нас, о, даже два вот такие вот с размерами некуда. Звездочки. А фиг его знает, какого размера. Ну, наверное, что-то и что, и все. На этом заканчиваем, начинаем установку в ускоренном режиме. Нафига такие длинные болты, вопрос. Блин, на рамки. А, может, здесь и большие. Уже сетитов разные бывают. Резинка так еще не прокручивается, что ли? Ты сядь на него, посмотри, как тебе удобнее будет. Тут сгиб, да. Он плоский. На сгибе. Поверхку в сторону крутить. Первый вижу, что, блин, снизу вверх. Хотя это, наверное, специально, чтобы видеть, как откручивается. Нет, в то. Ну, сейчас, по-моему, правильно. Вот так вот. Ну, так тогда это нормально, тогда не обратно. Это нормально. Да, ты ошибся, значит. О, ну и положу уже какой-нибудь телефон для антуража. Вот там эта крутелка. И вот тут точно чик. Вставляем, лобысь. Только резинки надо еще эти будет подклеить, что, а то он точно убежит так. Ну да, без резинок он убежит. Кнопки с этой стороны. Что хрена? Если на кнопки, а вот так. О, вот такой вот чудная хрень у нас получается по результату. Включаем навигаторы и едем на дороге. Давай навигатор какой-нибудь уже для антуража. Реклама Яндекс.Карт. Ну, собственно, вот такое вот чудо у нас получается. Так что подписывайтесь на канал, ссылка внизу под видео. Всем до скорых встреч, пока.